Хорошо. Тут вообще не особо нету. Здесь камера. А здесь косяк есть, это я сам заехал. Здесь бампер чуть помятый. Просто пластмасса, ее можно оттуда выровнять. Стекло ровное, целое, никаких трещин, ничего нету. На машине не убирался, конечно, не готовил специально для продажи. Здесь еще два сиденья. Обголовники есть. По-хорошему в салоне, конечно, надо химчистку сделать. Я просто этим не занимался. Пробег. Видно там? Ну, пробег движок меняли уже, так что пробег можно не считать. Кондер все есть. Кондер работает, кондиционер. Магнитола. Включаем заднюю скорость, показывает задний ход, камера сзади стоит. Магнитола все так же фильмы показывает. Люк есть. Люк все работает. Капот открою, покажу. Аккумулятор нормальный, аккумулятор новый, видно. Зеленая лампочка горит, значит зарядка хорошая. По двигателю есть, не по двигателю, а тут что-то вот это бежит. Гидроусилитель. Я езжу сколько нормально. Так, все, фары все целые, бампер все целый.
Машина все с сигнализацией, автозапуск есть. Есть самое главное, стекла все целые, все фары все целые, все двери открываются нормально. Багажник тоже открывается нормально, я его сам отрепетировал. Прошлого хозяина брал, он, конечно, заедал. Вот этот замок я полностью поменял, новый. Ну все, какие вопросы будут, звоните.